Добро пожаловать на наш канал Hardress Info. В данном видео я вам расскажу, как сканировать QR-коды на устройстве Nubio Neo 2. Это зайдемте в меню приложений и выберем приложение «Камера». И затем прокручиваем до пункта «Еще». И тут выберем пункт QR-коды. И нажмем на данный QR-код. Мы можем перейти по ссылке или сделать повторное сканирование. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал. И до новых встреч!